Рады приветствовать вас на нашем канале, дорогие зрители. Сегодня хотим вам рассказать отличную новость. 98-я серия сериала «Основание Осман» выйдет на турецком телевидении 15 июня. А сейчас давайте вспомним, что мы увидели ранее в сериале. Итак, Малхун Хатун и Бала видят, что Баркина переполняет гнев, и это не к добру. Бала сказала Малхун, что они должны поговорить с Сельви, так как она кое-что успела сказать. Но они так и не успели с ней поговорить и сообщили трагическое известие, что Сельви умерла. Но после себя она оставила огромную мертвую петлю, а вернее загадку. Чупан-Углу Али пришел на эти земли только лишь для того, чтобы поддержать Османа. Но сначала был убит его брат, затем ударили кинжалом сына. Теперь Чупан-Углу Али не видит другого выхода, кроме как биться и отомстить за все Осману. Ведь он нанес ему удар в спину. И такое Али-бей никогда не простит. Али-бею сообщили, что он может собрать свое войско, только не успеет расправиться с Османом, так как сейчас Осман направляется к той ловушке, которая станет его концом. Как только Осман увидел Романоса, то пообещал, что сведет с ним все счеты. Но Романос готов был видеть Османа и сказал, что ему не следовало сюда приходить. Хотим напомнить, что 98-я серия сериала выйдет 15 июня. Если вам понравился мой обзор, ставьте лайк под видео. Приятного просмотра!